Сегодня с вами я, Анастасия, и покажу вам тренировку на ягодицы. При выполнении упражнений со штангой важно следить за правильностью своей осанки. Тогда все будет хорошо. При выполнении тяги мы прорабатываем не только заднюю поверхность бедра, но и внутреннюю. Чтобы накачать ягодицы, чтобы они выросли в объеме, девочки, покупайте утяжелители, не бойтесь работать с весами. При подъеме ног с утяжелителями важно работать только мышцами ягодиц и задней поверхностью бедра. Не пригибайте спину, поясницу, следите за этим. Для всех упражнений с махами мы использовали утяжелители в 1 килограмм. При выполнении данного упражнения не делаем резких движений, плавно поднимаем ногу мышцами ягодиц и задней поверхности бедра и плавно опускаем. Выполняйте эти упражнения регулярно, и любые скини джинсы будут смотреться на вас идеально. Всем пока, с вами была я, Анастасия.